Я Цеглеев Эдуард Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии. Мы находимся в музее Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Здесь находятся фотографии, экспонаты, макеты, посвященные истории нашей академии. На стендах расположены по периодам развития нашего вуза различные вещи, принадлежащие сотрудникам, студентам академии, фотографии, запечатлевшие разные периоды жизни академии. Также представлены несколько стендов, посвященных преподавателям, наиболее выдающимся академии. Это стол академика Рудницкого, это стенд, посвященный Штиной, а также Дудину. Также представлено древо истории академии, где в качестве произрастающих ветвей каждый факультет, который возникал в определенное время, и наиболее выдающиеся преподаватели в качестве листьев на этом дереве. Один из стендов посвящен участию студентов и преподавателей нашего вуза в Великой Отечественной войне. Одним из экспонатов является макет академии, созданный преподавателями нашей кафедры